Они поют, они танцуют, они путешествуют. Дуэт «Эль» – одна из самых известных групп в Казахстане. На сцене девушки уже более 20 лет. Но мало кто знает, в каких городах родились исполнительницы. Лариса Иванова, например, уроженка Тараза. А Людмила Ким выросла в Алматы. Купание в речке. На Талас мы ездили, на Маевке. У нас постоянно была традиция. Мы с партийной работой, с друзьями, со всеми каждый год выезжали на 2 дня, на 1 мая, на природу. Вот, наверное, вот это самые яркие воспоминания из моей жизни. Они вот прям картинами такими. Природа, река, мы все, шашлыки, родители. Ну, здорово вообще. Рыбалка обязательно. Да. Потом, конечно, площадь наша в Таразе, где мы гуляли. Тараз – один из древнейших городов Казахстана. Он известен своими древними архитектурными памятниками. Айша-Биби, да, замок, это у меня вот осталось из детства, как это красиво и как это было здорово. Тараз стал для Ларисы не только местом, где она родилась, выросла и окончила школу, но и точкой отсчета, с которой началась ее творческая жизнь. Тот город, в котором ты родился, остается навсегда твоим домом. И мы, например, счастливы не то, что мы родились вообще там в Алмате или в Таразе, а просто потому, что мы родились в Казахстане. По стечению обстоятельств Лариса переехала в Алматы, где и встретилась с Людмилой. Творческий и жизненный путь они и продолжили уже вместе в составе группы «Дуэт Эль». Это наш общий город. Не только с Ларисой, но и всех наших друзей. То есть мы здесь встретили любовь, подруг, друзей. Да, дети родились. Мы познакомились с нашим учителем, который очень многое нам в жизни дал. Ну, все самое лучшее случилось с нами в нашем городе. Поэтому, конечно, он наш.